Всем доброго времени суток. В прошлом видео мы укладывали плитку на стены, полы и делали облицовку колонн натуральным камнем. В этом же видео мы соберем столь необычное панно из мелких элементов декора и мозаики из натурального камня. А что у нас из этого получится, мы сейчас увидим. Поехали! Итак, как вы уже заметили, укладки рамки из фриза укладывается параллельно мозаике. Это нужно для того, чтобы не ошибиться в общем размере, и наше панно везде совпадало по размерам. Укладку производим на белый клей. В моем случае это литокол К55. Так как вся плитка укладывалась на гребенку 8 мм, и мозаику мы тоже покладем на этот же размер. Для укладки такой мозаики поверхность стены должна быть идеальной. Это нужно для того, чтобы каждый пиксель был в одной плоскости. Вот так вот у нас получается. После укладки мозаики следом собираем фрезы, они также из натурального камня. Всю вертикаль контролируем лазерным построителем. Вот такое вот панно у нас получилось. В объеме смотрится неплохо. Собрали каркас для экрана ванны. Далее кладем подрезки на пол. Ну и произведем облицовку экрана. На этом, я думаю, заканчивать. Ну а в следующей части вы увидите всю облицовку ванны, колонн, как быстро изготовить скрытый люк. Кстати, он будет на магнитах. Ну и еще много что интересного. Так что подписывайтесь на канал. А чтобы не пропустить самое интересное, жмем на колокольчик. А у меня на сегодня все. Всем пока. Спасибо за внимание.